Вот Уолтер Уайт уже заврался весь и продолжает завираться и дальше, а так как врать он вообще не умеет, о чем Хэнк Шрейдер, играя с ним в карты, и сказал. Правда, конкретно в этот момент он не угадал, потому что Уолтер Уайт его переблифовал. Но вообще-то он врать не умеет. А врать – это очень специфический навык. Врать нужно очень сильно уметь. Во-первых, нужно всегда помнить, что именно ты врал. Да. Кому именно ты врал. Когда. Когда врал. Про что. То есть, тут прям или записывать все, или какую-то голову особо тренированную иметь. И огромную возможность к импровизации, чтобы всегда можно было сказать, что вы не так поняли. А он этого не умеет.